Желаю мира и приятного просмотра. С вами Яцек Боровский. Сегодня у моей мамы день рождения. Ей исполняется 51 год. И сегодня я встал с утра, подарил ей подарок. А сейчас планирую сходить, сделать закупочку, чтобы накрыть на стол, потому что она на работе, а батя уехал в село. То бишь некому это сделать, так что вся обязанность на мне. Сейчас я хочу сходить в магазин Рошен и выбрать какой-то торт. Сейчас посмотрим, какая здесь есть продукция. Заходим внутрь. Тут разные конфетки, шоколадки. Вон там я вижу тортики. Пошлите посмотрим, что здесь есть интересное. Я особо большой брать не хочу. Посмотрим, что есть среди маленьких. Золотой ключик. 78,95. И, в принципе, маленьких больше нет. А ключицы ер бывает? Маленький. Вот еще есть Киев по 144. Тогда возьмем вот такой вот небольшой торт. Срок годности вроде бы нормальный, так что пошлите на кассу, будем рассчитываться. Большой торт я не брал, потому что не надо жестко обжираться. Сейчас пойду на рынок и будем выбирать продукты здесь. Наконец-таки дошел до продуктового отдела. Так, тут есть вот помидоры, сливки. Сейчас возьму, наверное, парочку. Потом для салата понадобится перец. Здравствуйте, можно? Здравствуйте. Пару помидоров? Положите себе, что вам нравится. Еще огурец хочу взять. Берите огурец, сколько угу. Парочку? Да, парочку. Угу. Парочку перца. Здесь, наверное, все. А виноград это ваша точка? Да, да. Угу. 22,50. Кишмиш. А как вот этот виноград называется? Молдова. Кишмиш, конечно, поярче. Но они тоже вроде нормальные. Я возьму тот и другой, наверное. Что, давайте виноград? Да, давайте. И такую хрону. 27,50. А это как называется? Королек или хурма? Хурма. Очень вкусная, хорошая спина. Угу. Я вот коробочку. О, купить. Да. А то подавит. Спасибо. Как вы покажите, я положу сама. Давайте вот эту. Вот это. Давайте вот эту. Вот это. Вот эту. И давайте парочку бананов. Обязательно бананы. А я хотел спросить, а курица тут где-то продается, не? Сегодня закрыто. Закрыто, да, я просто смотрел. В павильон можете зайти. Ага, я понял. В павильоне, там наверняка открыто. 53, да? Ешь это Викторовна, а? Елки-палки. А у вас картошки нет? Вы хотели картошки, у мужа есть картошка очень хорошая. За этой палаткой сразу. Понял. Оп, спасибо. Ваня, дайте мне картошки, Ваня. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, можно картошки? Да, скажите, что. О, добрая картошка. Грамм 300-400. Грамм 300-400? Да, не, немного. Я понял, суп, чуть-чуть на один вариант. Запечь хочу, в духовке с курицей, а курицы тут что-то нету. Штучки вот три так поставлю. А можно еще, наверное. Еще штучки, да, только небольшие. Сейчас, секундочку, попробуй. Я делала, супруга по неделе делала, давайте. Так. Пожалуйста. Да, держи. Ага, спасибо. Итого, целый пакет овощей у меня обошлось на 53,50. И дальше я еще взял картошки, вроде бы на 5 гривен. Точно не помню, он мне дал сдачу, я так не посмотрел, сколько там. Сейчас хочу найти курицу, потом надо зайти взять колбаски, какой-то сыр копченый, либо какая тут есть, посмотрим, уже на месте. И, наверное, сырка. Итак, я вижу один павильон, написано гастрономичный. В каком только курица, непонятно. Там овощи, скорее всего, здесь. Заходим. Ну, кролика вот я оставляю, чтобы было понятно, что это не кот. А можно курицу? Курочку. А я вот не знаю, кого я хочу запечь. Давайте курочку. Они небольшие, видите? Ага. А когда их того... Когда их убивали, я не знаю. Да-да-да. Нет, я имею в виду свежие? Ну, да, да. Лучше свежих я посмотрю. На 126. Спасибо. И вам спасибо. Итого, вообще у меня было 425 гривен, с них у меня еще осталось 161 гривна, я еще хочу взять каких-то салатиков маринованных, морковка по-корейски, либо там еще что-то, сейчас посмотрим, если я, конечно же, найду, потому что продавщица говорит, что они будут только завтра. Морковку по-корейски я так и не нашел, сейчас посмотрим на выходе из базара, может быть здесь где-то есть. Тут столько всего возле метро, не пройти, но людям же надо как-то зарабатывать. Давайте зайдем вот сюда вот внутрь и возьмем какой-то колбасы. Можно мне вот это тоже колбасы? Я не знаю, грамм 200. 300. Сколько 390 тут? 390 грамм. Давайте. Хотя нет, это много. Можно половину? Нет, потому что у меня всего отрезка. Да, ну, я понял. Ну давайте, ладно. Давайте, давайте. Хорошо. Я никто что не хочу. 50 гривен 15 копеек. Пожалуйста. И хочу взять какой-то сыр. Возьму, наверное, голландский. У него такие большие дыры. Прикольно выглядит. Хотя не, возьму все же лучше вот этот Радомер. Немного дешевле. Можно вот этот Радомер? 150-200 грамм. 21,15. Да, есть как раз.
Угу, спасибо. Понабирал всего, что мне надо. Осталось мне 90 гривен. Хочу выбрать вино. Но это я уже зайду по дороге в АТБ. Надо проходить, потому что сейчас час пик. Все идут с работы. И людей очень много. Так что включимся уже возле магазина. Итак, я зашел в АТБ. Вот тут вот алкогольный отдел. Давайте посмотрим вино. Тут у нас есть разные цены. Инкерман по 42 гривны. Тоже по 42, в пакетах по 42. Я возьму вот такой вот карамбила, напив солодки за 54,90. И еще хочу посмотреть, есть ли здесь морковка по-корейски. Потому что на рынке я ее не нашел, может быть, здесь в холодильнике она есть. Да, супер. Есть. Упаковка стоит 16,90. Нормально. И я так подумал, сразу же возьму, наверное, еще полюстки. Они не такие уж и дорогие, 18,90. Чтобы было больше разного салата. И очередь здесь огромная. Потратил я все деньги, которые у меня были, и закупка в АТБ составила 90 гривен 70 копеек. Это за вино, полюстки и морковку по-корейски. Сейчас я буду отправляться домой и накрывать на стол. Так что, ребят, не переключайтесь. Пришел я уже домой, выложил все продукты, которые я купил. И сейчас я хочу заняться курицей. Также накормим кошку. Давайте, пока курицу не приготовил, дам ей сухой корм. Держи. Как раз таки, пока мама придет с работы, чтобы было все горячее. Первым делом распечатываем курицу. Запах у нее хороший. Свеженькая. Сполоснул ее. И теперь берем ножик. Надо ее вот тут вот разрезать напополам. Тут, кстати, еще положили внутренности. Я их потом приготовлю, так что пока их вымем и закинем в холодильник. Теперь берем приправу для курицы и посыпаем везде. Втираем вот так вот хорошенько со всех сторон. Наверх еще можно добавить немного черного перца по вкусу. Вот так вот. Небольшую щепотку соли. Вот так вот везде посыпаем и соль точно так же втираем. Выкладываем на противень. Вот так вот цыпленка раскрываем. И наверх добавим немного подсолнечного масла. Можно добавлять оливковое. Кому как нравится. Смотрите по вкусу. Пару капель. Особо много добавлять не надо, потому что сама курица жирная. Вот так вот хорошенько натираем. Внутрь тоже чуть-чуть добавим. И включаем свет. Надо включить духовку, чтобы она разогревалась. Так что поджигаем. Готовить будем курицу при температуре 180 градусов. Примерно 40-60 минут. Будем смотреть по состоянию. Сейчас подожду минут 5-7, чтобы духовка разогрелась. А пока что берем картошку. Колоснем ее под краном. Вот таким вот образом. И вот эту вот картошку буду разрезать на половинки. Затем перекидываем это все в тарелку. И добавим пару капель подсолнечного масла, чтобы картошка не пригорала. Тут даже немного перца, сольки по вкусу. В принципе, картошку можно было бы выложить вот сюда вот по бокам. Но я считаю, что она приготовится быстрее. Поэтому будем использовать второй противень. Так что берем вот эту вот картошку и вот сюда вот выкладываем. И что тут осталось, можно наверх добавить. Вот так вот на картошку, чтобы она была пожирнее. И теперь можно отправлять в духовку курицу вместе с картошкой. Вот так вот. Буду посерединке отправлять, чтобы она особо не подгорала. А картошку в самый верх. Вот так вот. Все, пусть себе жарится. Через минут 30-40 посмотрим, как там поживает картошка вместе с курицей. Дальше я сполосну хурму и виноград для десерта. И не особо классный кишмыш. Посмотрите на эти гроны. Они все попадали. Так что по-быстрому это все сполоснем. И перекину вот в этот судочек обратно. Так как почти вся грона обсыпалась, кишмыш, я вот этот уже отберу, чтобы не ложить вот эту грону несчастную. Вот так вот. Зато вот этот синий виноград молдаванский, ни одна букка не опала. И дешевле он в два раза. Дальше берем досточку. И хочу нарезать колбасы вместе с сыром. Убираем верхнюю шкурочку и нарезаем колбасу. Вот так. И давайте ее затянем. Ну что, более-менее, можно кушать. Такая жирненькая. Так что перекидываем ее вот сюда вот в тарелку. Вот так вот красиво выложим. И теперь берем сыр, тут ее не особо много. Достаем вот такой вот хороший, ну походу вкусный. Сейчас мы оценим. Режем маленький кусочек. Пахнет очень приятно. Да, шикарный сырок. Огонь. Нарезал я на вот такие кусочки. И вот сюда вот выкладываем их. Еще у нас тут есть два банана. Давайте их нарежем на вот такие вот кусочки. Вот так вот. Хурму перекинул отсюда сюда, потому что все бананы не помещались. Так вот будет красиво. И также хочу сделать еще салатик. Для этого я взял овощи. Из помидора, перцев и огурцов. Так что надо вот это все сполоснуть. Вот здесь вот по-быстрому. Затем это все будем нарезать мелко на салатик. И салат в принципе готовый. Осталось наверх сюда добавить соли. И пару капель подсолнечного масла, чтобы его заправить. Перемешиваем ложечкой. И салатик готовый. Походу мама пришла.
Да, 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 в двери ломится. Сейчас надо свечку быстро подпалить. И пошлите поздравлять маму. С днем рождения. Я как раз таки все успел. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Давай, Тём. Спасибо. Загадывай желание. Догадала? Только не говори. Хорошо. Задувать? Да. Все, я тут как раз таки на стол накрыл. Ну да, так что, я разбувайся помою. И заходи. Хорошо. О, ты такую сделал. Да. Ты слышишь запах? Класс. А может мне нельзя такую курочку прятать? Чего? Ну поправить? Да можно чуть-чуть. Можно, да? На праздник можно. Уже и папа заебался, как у стула. Да, давай тогда по-быстрому. Ну ты вообще молодец. А я иду, все поздравляют. Да? Угу. Присаживайся. И детки, и все-все-все. Ух ты, какой петушок. Да, это курочка. Да, это целый день. Боже, картошка, да. Все, зачем такой стол? Садись. Я ж только не съем за. Ну что, давай будем резать? Да, давай резать. Бери ножик. Ну, стоит. А я туда поставлю, чтобы было лучше видно. А-а-а. Это домашний. Так что? Да, это не этот, не бройлер. То он, наверное, долго тушился. Да, я часик его жарил. В духовке? Да. Обалдеть. Я потом все уберу, ты не переживай. У-у-у. Боже, какой сочный. Сейчас на тарелочку все выложим. Сисюня, ты что, тоже хочешь? Ну, тарелочку по-культурному сделаем. Давай. Это бокальчик для кого? Для тебя. Вино будешь пить, я ж не пью. Да я ж, у меня же шьющ такое из домашнего. Ну, будешь домашняя тогда. Она прожарилась? Да. А ну-ка, покажи. Ой, сколько сока бежит. Тетюня, ты ей купил что-то? Я ей купил курочку. Вот эту? Да. Она что, будет ее есть? Конечно, будет. Ну, попробуем. Вкусно? Угу. Боже, это горячая такая, она еще не остыла. Я ее только ж приготовил, я ж все подрасчитал, когда ты придешь с работы. О, а я буду сок. У меня тут в баночке есть сок. Еще с обзоров, ребят, остался. Ой, картошечка как раз подоспела. Угу. О, давай возьмем картошечку. Бери, она горячая. Вкусняшка. Вкусно? Да. Оно прожарилось нормально? Да. Боже, ты такая крупная, моя любимая. Угу. Мне можно было, боже, сколько нарезки, зачем? Ты же знаешь, что я фрукты люблю. Ну, как бы и то покушать, и то. Так, давай. Чтобы ты была счастливая, здоровая и любимая. За тебя вам. Так что, ребятки, мы будем сейчас сидеть трапезничать. Кому этот ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и высказывайте свое мнение в комментариях. Да, и делайте приятное своим родителям. И до новых встреч, друзья. Всем пока.